Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем готовиться к вашему свадебному торжеству. Я вам потихонечку рассказываю секреты подготовки к идеальной свадьбе. Сегодня поговорим об оформлении зала. Итак, оформление свадебного зала – задача, которая по силу не каждому дизайнеру. Только профессионал сможет создать романтическое настроение, не перейдя тонкую грань, где роскошь превращается в кич, а гармония уступает вместо пафоса. Свадебная флористика – это целое искусство, и оно требует серьезной работы, которая начинается со знакомства с залом. Это первое, что начинается подготовка к празднику. Флористическими атрибутами свадебного торжества являются букет невесты и бутонерка жениха, украшения прически невесты живыми цветами, президиум молодоженов, столы для гостей, цветочные украшения кортежа, цветочная арка и много-много другое. Все элементы флористического декора должны быть выполнены в едином стиле и радовать глаз своей гармоничностью. Без профессиональных флористов-декораторов, располагающих специальными теоретическими и практическими знаниями, здесь, конечно же, не обойтись. На первой встрече с флористом вы обсуждаете стиль торжества, задачу невесты, точнее, задав невесте необходимые вопросы, флорист должен свести в единую картинку всю информацию, уловить характер пары и предложить несколько вариантов флористического оформления. Невеста может внести коррективы в понравившийся вариант. Вторая встреча подразумевает выбор необходимого сорта цветов. Для этого невеста и флорист отправляются в цветочный салон, там они все рассматривают и все выбирают. Третий этап предполагает отрисованную флористом-дизайнером концепцию торжества. Далее можно вести диалог уже, наверное, путем телефонных переговоров. Хотя мне кажется, что встречаться никогда не лишним будет. Приведем один пример. Однажды к нам обратилась невеста с просьбой сделать свадебное торжество, используя на регистрации и в банкетном зале розовые и белые пионы. Это была ее заветная мечта – пионовая феерия. Вот, посмотрев все, подытожив смету, мы познакомили ее с получившимися результатами. И взяли за воплощение мечты. Ее восторженная «да» и счастливые искорки в глазах воодушевили нас на создание действительно одного из самых красивых и поистине грандиозных проектов в нашей работе. Цветы, друзья, это изумительное, изысканное украшение. С помощью цветов создается атмосфера торжества. Веселая или строгая, нежная или яркая, утонченная или дышащая роскошью, но всегда живую красоту. Живые цветы, подчеркиваю, только живые цветы используются в украшении любого свадебного торжества. И не думайте ни о каких других цветах, ни о каких других вариантах.